Губернатор Виктор Толоконский заявил, что будет усилен контроль за качеством продуктов, которые приобретаются для краевых учреждений и попадают на полки магазинов края. Соответствующее поручение он дал на специальном совещании с членами правительства и руководителями краевых учреждений. Одна из главных задач – не допустить завоза в регион фальсификата и контрафакта. У нас иногда так бывает, что на этикетке, на маркировке написано одно, а по составу это не значит, что это опасно. Там, просто есть принцип добросовестной конкуренции, есть принцип открытости для потребителей. Потребитель должен точно быть уверен, что он потребляет. Конкуренты должны тоже быть уверены, что рынок и умеет отличить качественную ГОСТовскую продукцию от фальсификатов и контрафактов. С учетом того, что на социальных учреждений много, и на государственном, на муниципальном уровне, я вчера давал поручение и Министерству сельского хозяйства, и Министерству, отвечающему за торговую сферу, и руководителям бюджетных сфер, чтобы при проведении закупок, при подготовке конкурсной документации, при получении продукции уже по контрактам, по договорам, мы были уверены, что она соответствует всем требованиям и ГОСТам.